Новый сквер – это сердце Бытхи, говорят местные жители. Здесь сбылись мечты и взрослых, и детей. Пожилым – лавочки с видом на город, молодежи – детская и спортивные площадки. Но это далеко не единственное благоустроенное место в микрорайоне. Депутат городского собрания по избирательному округу номер 6 Аганес Чепнян помогает горожанам решать все житейские проблемы. К примеру, сегодня, несмотря на приближение новогодних праздников, на Бытхе ведутся ремонтные работы. Обновляют плитку на стену, тротуарную. К слову, по проезжей части здесь ходить не приходится. А еще строят поручни, красят ограждения. Нам в этом очень помогает Аган Меликович. Это вот наше общее детище. Наше общее детище мы здесь убираем, садим все саженцы, все вместе. И держим территорию в порядке. Большое спасибо, конечно, за поддержку нашей администрации. Хостинская администрация, Павел Павлович Клопотовский, тоже приходит, участие принимает. Очень много сделано вот за последнее время. В этом принимают участие, конечно, наши депутаты, в основном это Аганес Меликович Чепнян, Родион Игорь Целюник, ну и администрация наша. Они принимают участие в асфальтировании вот дорог от общества инвалидов туда спуск. И сейчас это что же благоустраивается? Там было просто невозможно ходить. Сделана вот лестница была такая плохая, вот к поликлинике туда идти. Сейчас она отремонтирована. Там, собственно, вот тут по Дивноморской к поликлинике очень хорошая дорога, где храм стоит. Там тоже все прекрасно. Так что, собственно, работа идет. Район стал на порядок благоустроения, на чище. Масса всевозможных тротуаров выложены. Значит, подпорные стены делаются. Раньше и освещение было какое-то слабенькое, а сейчас и освещение хорошее. Прекраснейший сквер построили. Благодаря администрации города, депутатам. Депутат Чепнян первым отзывается на нужды своих избирателей. Крупные работы сейчас организовал сам, а перед Новым годом примет участие в совместном субботнике. Мы выполняем поручения наших избирателей. Хочу сказать, что очень много сделано, еще делаем. Но это совместная работа и наших депутатов, и администрации города и района, и наши ТОСы, и наши общественники, конечно. У нас очень красивый микрорайон. Мы хотим, чтобы он был еще лучше. По сложившейся традиции, Новый год жители Бытхи отмечают. Отметят вместе. Депутат, как обычно, организует праздник в сердце микрорайона – Новом сквере. Инга Габеша, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.